Привет! Меня зовут Юля, и вы на моем вязальном канале. Сегодня мы с вами говорим о вечных хитах в современном мире моды. Они на протяжении многих десятилетий практически в неизменном виде всегда находятся в трендах. В чем секрет, спросите? Да здесь ярким примером выступает традиционная вязаная женская жилетка, которая прочно обосновалась в стильных гардеробах современных модниц. К слову, идея ее фасона позаимствована из исторического гардероба английских денди. И как часто происходит с мужскими вещами, жилетка очень прочно обосновалась в женском гардеробе. Она неповторимая, она легкая. Она придает образу легкость, неповторимый шарм, сексуальность и, конечно же, дает тот необходимый комфорт, который нужен многим модницам. Хотя есть и те барышни, которые уверены, что вязаные жилетки – это пережиток прошлого. Ведь они ассоциируются с бабулей любимой, с детством, когда бабушка садилась кресло и долгими зимними вечерами вязала что-то либо крючком, либо спицами. Однако современная мода настолько развилась и отличается оригинальностью, что модные вязаные жилеты уже давно сложно приравнять к бабушкиным поделкам, разве что по своей комфортности и практичности в носке. Сегодня я для вас приготовила топ идей. Как вы заметили, не показываюсь вам в кадре, не вяжу, как обычно. В кадре нету моих рук, а масса шикарных жилетов, которыми вы можете вдохновиться. Конечно же, я буду бросать и выкройки жилетов. Возможно, кто-то поставит на паузу и сделает принтскрин. Также я сохраню это все у себя в Инстаграме. Я имею в виду выкройки, если вам они нужны. Переходите и получайте все. Ведь стильные вязаные жилеты – это отличная составляющая не только осенне-зимнего лука. Они идеально впишутся и в весенние, и летние аутфиты. В таком случае вы можете подобрать для себя любимые, великолепные тоненькие жилеты, которые связаны крючком. Сегодня современные дизайнеры представили нам огромнейший выбор. Модные вязаные жилеты были показаны в коллекциях весьма именитых дизайнеров, таких как Dolce Gabbana, Gucci, Chloe, Burberry, Vanessa Bruno и другие не менее достойные бренды. Вязаные жилеты без проблем можно внедрить в образ с юбками, женственными платьями, лаконичными блузами, стильными Вязаные жилеты без проблем можно внедрить в образ. Они отлично сочетаются с женственными платьями, лаконичными блузами, стильными брюками, классическими водолазками, юбками и массой-массой других вещей. Модные вязаные жилеты актуальны не только короткие, укороченные варианты, безупречные фасоны жилетов и жилеток крупной и мелкой вязки могут быть в длине и макси, и миди. В общем, полет фантазии огромный. Относительно цветовой гаммы, то я бы рекомендовала обратить на такие оттенки, как оранжевый, бежевый, серый, зеленый, черный, синий и бордо. Довольно часто вязаные жилеты крючком предоставлены и в белом оттенке, ведь ажурные орнаменты всегда выглядят очень роскошно и богато. А давайте теперь немножко поговорим подробнее о длине жилета. Короткие вязаные жилеты и жилетки – прекрасный элемент романтичного и совсем неформального лука. Отлично сочетаются в различных цветовых решениях. Эти модели могут быть как с широкими, так и приталенными рукавами, либо вообще без них. Относительно толщины изделия, то здесь вы можете вязать с любой пряжи, как и с тоненькой, так и с толстой, выбирая узоры, араны, косы, жгуты, все, что хотите вы. Дополнительными элементами в таких жилетах выступают запах, либо асимметрия, широкий воротничок, хомут, треугольный, либо же круглый вырез.
Если вы не отдаете предпочтение коротким моделям, вам нужно что-нибудь подлиннее, либо же в связи с особенностями вашей фигуры, вам лучше тогда отдавать предпочтение длине миди. Длина миди идеальна практически для любой фигуры, это очень классно, ведь визуально такие жилеты вытягивают наш силуэт. Они моделируют образ, они отлично будут сочетаться и с джинсами, и с брюками, и с платьями, и здесь вообще вы можете в любой стиль вписать их. Средние вязаные жилеты, либо жилеты с косами, узорами можно вязать как в однотонной цветовой гамме, так и с различными принтами, либо же рисунками. Такие жилеты вы можете дополнить поясочком, подобрать к ним оригинальный шарфик, либо же шапку, и создать тем самым интересный осенне-зимний комплектик. Длина макси, она также имеет право на существование в этом сезоне. Если еще раз, вот буквально совсем недавно, фасоны макси в вязаных жилетах, это было что-то из ряда вон выходящее, то сегодня жилеты в пол весьма эффектно смотрятся и классно вписываются в женские гардеробы. Они позволяют отлично скорректировать фигуру, скрыть небольшие недостатки силуэта, дополнить образ в разных стилевых направлениях и создать, конечно же, тепло и комфорт, что самое важное для нас с вами. А, к слову сказать, такие жилеты в длине макси можно встретить на совсем юных девчушечках, так и уже на тех девушках, которые сформировали свой вкусовой стиль одежды, свой стиль одежды. Отличным дополнением для длинных вязаных жилетов могут выступать капюшон, молния, пуговицы, завязки. Также можно добавить большие карманы, декорировать мехом, либо же рассмотреть вариант асимметричной вязки жилета. Как видите, выбор огромный. Каждая из девушек сможет найти для себя самый идеальный вариант на свою любимую фигуру. Обязательно учитывайте все тонкости, чтобы вязаный жилет на вас сидел идеально. К слову, девчонки, будете вязать жилеты? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я рассматриваю вариант жилета в своем гардеробе.